Вот все-таки идея поможет, нет? Так уже помогает, и поможет, и помогает. И я думаю, что чем больше будет различных точек зрения, тем больше будет конкурентная среда, тем больше будет интересных вариантов, тем больше эффективных предложений, и тем больше возможностей выбирать, самое главное. Ведь по большому счету выбор делают сотрудники, преподаватели, эксперты. Это очень большое сообщество. Решение принимается не на площадях, решение принимается не на баррикадах, а решение принимается многоступенчато благодаря тому, что в принятии решения участвуют разные стороны, разные мнения, разные группы. И для нас этот процесс, он более ценен, чем, может быть, сам факт принятия решения. Ведь любое решение имеет право на то, чтобы возвращаться и задавать вопросы, насколько оно эффективно себя реализует. И в этом плане я думаю, что живой, непосредственный разговор о том, каким должен быть, в частности, допустим, имидж, логотип, образ университета, он будет продолжаться всегда. Сколько будет существовать университет?